Ну давайте, рассказывайте, что пришли? Пришли на монстров посмотреть. Пофоткаться с монстром? Конечно. Молодец, гуд. Я не зря прожил жизнь. Да, Серега фотку сделал, тебе молодец сказал. Да. Не зря пришли. После того, как каждый фотографирует с монстром, мы по очереди отправляем его в душ. Дабы не создавать в душу очередь. Сергею хуже, чем вам. Никому не показывает. Ты хотел фотку с монстром? У тебя теперь есть видео с монстром. Да, и скупая мужская слеза от обнимашек с монстром тоже была выдавлена. Погода, идите ко мне. Спасибо Джеффу Монсону. Привет, Ростов-на-Дону.